армии Наполеон Бонапарт. Когда во время войны в Тимонту еще надо купить квартиру, платить калим для сада. И вот как он сказал, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов. Он тоже надо отзыв глаза. Если вы хотите, через 20 минут будет готовы, выбрать любой форму. Сейчас через 20 минут будет готовы, дает вам расшифровка в русском языке для каждого глава. И тут же субботчика из кожи. Серебро это стоит 10 долларов. Серебро, буква золота 18 долларов. Сейчас он довезет тебя до такого места, где это одна батарейка будет стоить 10 долларов. Сейчас он взял тавруль, шаровая воска. بس انا بس عايزك تجيب البطارية دي ايه رايك كده اه زي الفل لا معلم сейчас водитель будет купить для вам батарею водитель он будет купить для вам батарею ممكن تجيب له البطارية Два или одну? Четыре. Четыре? Айз арба. Это бесплатно. Все напитки здесь бесплатно. Боссы рассказывают, они будут, если вы хотите купить сувенир, давайте. Если вы не хотите, без проблем. Все. Пожалуйста, друг, иди за мной, хорошо? Ага. И Юсиф зовут. Да. Юсиф? Ага. Юсиф? Юсиф? Юсиф, это да, арабистка. Да, я знаю. Расскажи. Я на сдалекой. Это Вильюса Бессарович Сталин. Это как открывается? Другого выхода не вижу. Я сейчас еще где-то есть этот магазин. Тот, да? Четыре. Две штуки еще надо. Или пакеты? У вас фунтов? Или А я откуда знаю, сколько вот там, а? Две за 50 фунтов. Я буду платить вам это 50 фунтов, это 3 доллара. А, это, да, да, у вас же есть деньги, да, мои? Это ваш фунтов, 3 доллара? Не понял. Попробуй, пожалуйста, хороший или нет? Засуньте пакеты. Сколько это? 50 фунтов. 50. Если у вас фунтов, можно 20 фунтов лучше. Это не фунты, это доллары. Хотите платить фунтов, можно, долларов можно. Вы хотите 4 штуки. 4 да? штуки? Да. 4 штуки за 50 фунтов. Это 3 доллара. Ага. Да. Передайте. Все? Все, ну, это нормально, размер. Так да черт его знает, нормально, откуда я знаю? Вы поставьте. Ну, поставьте сейчас, попробуйте. Сейчас хором проверим. Все вместе. Это надо. Так, так, да. Там схема. Я не вижу. Это схема. معلش هو يقرب الخليفة ما تنفعش
فلو ما تنفعش اخد واحد واسيب لك واحد. الفلوس هتمنز ده؟ معلش هتعرف معاهم. عايز تسيب. تاخدهم دولار؟ فلوس. افضل اديك دولار يا عم. اي تو تاخد. فلوس كودي. Эти уже перевернуты. Размер нормально? Вроде нормально. Сейчас. Хорошо. Сейчас. Сейчас. Команды. Хорошие батарейки, да? Ну, аккумуляторы. اعرف فين انا. Вот так надо? Да. Потом дома на заряд поставлю. Да. Зарядные нормальные, они батарейки нормальные. Да. Потом кахету 130 километров до нас. Едем в Египет, едем в этом Каиру, едем в Египет. Это доказательство, что батарейки сами у тебя. Не докажешь? Да, это все. Опять на пенсию. Я не поверю. Опять на пенсию, опять наберется. Вот алкоголик. شفت بقى احنا انجزنا من جوه ازاي؟ لا انت انجزت الحته دي حلوه قوي. حتى هتشوف اذا هتطلع واقفه لغايه ورا. مش مصدقني. ايوه خير. وغمرت يعني بس عشان انت اكيد بدايس الحته دي كده بتاعتك. بلدي. بيتنا ورا اهو. انت مستناه وليد. Рикшу снял. Seisma ma seda saan. Lähen kätte, et ära saad lõmmi kärta. Ja mis sa tunnud kätte? Olla. Elu, siit mis me kätte. Mida olis sa mõndri ja minu aia heile. ikkaga panevad. Aga vähe nende võid kulli on. Võisel vasakule poole tehtud. Siin vaata paremal pool. Kuidas neil on? Pole ära lõmmitud, ma ei suuda aru saada sellest. Da отразлива Нил, потому что раньше была река Нил рядом пирамида точно. Слышишь, ты говоришь, ты скоровался для этого арабы, да? Между камень ничего.
бизнесмент. Уважаемый, вы хотите кататься на верблюдах или класниться лошадь? Нет. Никто? Хорошо. Я уже не катался. Да, вы же катались. Мы же катались. И Шарм-эль-Шейх, и Казахстан. Из Казахстана вы? И Казахстан. Посмотрите, как камни, пирамида камень наверху другого. Через 1 минут будем в музей, где хранится лодка солнца. В 1954 году египтологи Камаль аль-Маллах нашли самая большая лодка солнца под земли, рядом музей, рядом пирамида. Поэтому в 1955 году основали новый музей рядом пирамида для хранится лодка солнца. Раньше брал этот музей за плата, но закрывается 2 года назад, потому что около 2 года назад нашли вторая лодка под музей. И сейчас археологи, японские, египтяне делали раскопку для взяли вторая лодка под музей. Вот это налево музей лодка солнца. Налево. Ох, все гребли по рукам. Отсюда мы видим второй пирамида, пирамида Хефрен, как построил на высоком плато, чем Хеопса, поэтому много людей думали, что он побольше. Можно отличение качества камня Хеопса лучше, чем Хефрен, потому что Хеопса использовали 65% из камня гранит, 35% камня известняк, белый известняк. Но Хефрен использовали 70% из камня известняк, белый известняк, 30% только гранит. Поэтому качество камня Хеопса лучше, чем Хефрен, несколько раз. Тоже настоящий вход тоже закрыли во время землетрясения, поэтому халиф аль-Ма'мун тоже в среднем веке остывали новый вход в Низгидеизонский. У нас в Египте было 2 сильных землетрясения. Первое во втором веке, в это землетрясение разрушил египетский майка, чуть света, храм мумификации Хефрен, камни от пирамида упал. И второе землетрясение недавно, около 1992 году, около 25 лет назад. Сейчас мы поедем панорама, это красивое место, где можно фотографировать 3 пирамиды вместе. Thank you.
الغسيل ويدو والحاجة تحت مخه عند الهرم بتاعها بتدخل الهرم بتصورها في الهرم الكبير وبعدين ننزل عندها يقول لك لا دي ملامح ولا شكل شكل Где контора их? Все? Куда это билеты должны? Дальше я буду покажу. Да. Ну направо. Мы ходили на это? Направо. Витри точно. Витри. Или курс? Да. Туля он плохо. مصر البرديات ما حد مصري انا ما اعرفش اسم عارف سنه الحرام مش الاهرامات الثلاثه لان حته اللي على مشعل قبل كده وبلايف اللي هو تلف اخر ملف رايح كده شمال وتروح راجع بظهر السكه ورا كده وحاجه وسخه اطلع ممكن هم يعملوا كده ممكن يروحوا يقولوا في اي مكان بيزيد شعورك بالغروب وانها سامع اوتا بابا زيزت شعورك بالغروب وانها علي Вот это вот, 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 это вот,